Йоу-йоу-йоу, всем привет, канал Базука, мы продолжаем проходить игру Assassin's Creed Valhalla. Так, в прошлой серии мы, значит, украли вроде как Элдермена, да не того Элдермена. Придется нам теперь заново воровать его. Поедем дальше на задание. В смысле ты упал? Басим, поехали. Ты чё, Басим? Поехали. Так, нам надо, получается, сейчас добраться до лагеря Данов и помочь им там спастись, чтобы они все выжили. Которые помогут нам потом в дальнейшем украсть всё-таки Элдермена. Ужасное зрелище. Мы должны спасти уцелевших любой ценой. На твоих руках кровь мужчин, женщин и детей! Блин, мы опоздали. Ладно, спасем уцелев. Но! Проклятье! Загорись. Блядь. Очень интересно. На. Пришла твоя смерть. Хорош. Блять. Хуя двоих получил вообще. Давай. Так, спасли. Несколько человек. Мы обязаны тебе жизнью. Эти ублюдки Саксы убили бы нас всех. Да, убили бы. Но вы можете отомстить. Вместе мы захватим и разграбим Рочестер. Я бы рада помочь, но такой замок нам одним не взять. И у нас нет союзников в Уэссексе, тех, что готовы напасть на своих соседей. Но есть друзья в Мерсии. Гедрик пришлет нам своих воинов. Отправим послание в Оксенфордшир. Мерсийцы с радостью нападут на земли Уэссекса. Твое имя, воительница? Руна Эгельсдоттер. Нам нужны суда, Руна. Мы причалили выше по течению. Но подходы к Рочестеру защищены цепью. Я уберу цепь, и вы приведете корабли. Доспехи и оружие нам пригодятся. С их помощью Гедрик и люди Оксенфордшира смогут скрыть, что они из Мерсии. Мои воины не попадут в Вальгаллу. Мне больно от одной мысли, что их оружие окажется в руках саксов. Большая жертва ради еще большей добычи. И мы отомстим за них, одержав победу. Их духи будут довольны, обещаю. Твои воины принесут доспехи? И каков наш план? Утром ты направишься в Бакингем и напомнишь Гедрику о клятве. А после встретимся на берегу у Рочестера с кораблями. Нужно предупредить аббата Кинеберта, чтобы он успел собрать своих людей. Сделай это, Руна. Я объясню, где его найти, прежде чем уйдешь. Значит, решено. Я отправлюсь с рассветом. Хорошо. Значит, успеем выпить. Ну, все правильно сказали, все правильно, да. И о бухле. Самое главное, не забыли о бухле. Вот не бухай. Долгу. Смотри мне. Это и есть жизнь незримых. Дорога. Мой путь не таков, как у всех. Кредо вечно в пути. Наши идеалы для всех, мы верим в это. У тебя нигде нет дома? Пожалуй, нигде. Нет. Странно. Для меня дом – семья. Но у меня нет семьи. Нет? А как же Хайсум? Родители, братья. Все мертвы. Мне было 9, когда погибли родители. Если бы не Сигурд, я...
если бы не он. Есть узы, которых не разорвать. Да. Дети. Странное дело. От них столько тревог. И столько радостей. Сердце замирает. А если повезет, приходит на смену. Мне не повезло. У меня был сын. Я скучаю по нему. До сих пор. Мне жаль, Басим. Его у меня отняли. Тот, кому я верил. Друг, учитель. Тот, кому я доверил бы что угодно. Но тот, кому доверяешь все, может и отнять все. Вот он и отнял. Отнял все. Да, такая минутка лирики. Отлично. За отлично. Не просто. Нужно подготовиться. Пожрем. Надо взять еды, провизии. Кстати, по навыкам. Нам бы нужно вкачать их. Навыки. И у нас их тут уже, наверное, 6 очков, да? 6 очков. Это хорошо. Так, что здесь дает? Урон в дальнем бою. В принципе, можно добавить, чтобы у нас еще одна веточка открылась. Урон от скрытных атак. Урон в ближнем бою. Здесь что? Оглушение. Давайте силу оглушения качнем сюда, чтобы было так. Уклонение плюс 4-2. Уклонение тоже неплохо. Урон в ближнем бою. Урон от внезапной атаки. Так, ну мы же куда-то шли. Мы, по-моему, шли... А, это урон легкий лук. Двуручный меч. Двуручный меч. Не, у нас двуручный меч не нужен. Так, урон от способностей. Давай посмотрим еще ветку, что у нас еще открылось. Так, урон от скрытых атак. Здесь урон в ближнем бою. Почему бы не качнуть еще урон в ближнем бою? Так, устойчивость к горению, устойчивость к урону огонь. В принципе, поджигают меня довольно-таки редко. Так, а здесь что у нас? Бесстрашный прыжок. При активации увеличит область поражения при атаке с прыжка и позволяет выполнить с любой высоты. Урон с прыжка. Так, мастер щита. Эра будет автоматически поворачиваться, что... О! Вот это, кстати, хорошая вещь. Автоматически поворачиваться. И все. То есть, когда со спины кто-то будет атаковать меня, я буду автоматически поворачиваться и выставлять щит, получается. Это хорошо. Так, провизию собрали. А что у нас по карте? Что у нас здесь такое? Кстати, мы здесь не отгадали. А, еще хотел показать. Подцепиться. Да, это, кстати, моя фотография. Пока 0 лайков. Ну, прикольно получилось. Такой интересный мишка сидит. Так, хорошо. А почему мы здесь не взяли? Почему-то мы здесь не все собрали. Так, тогда мы сейчас сделаем так. Наверное, сюда сейчас быстренько пробежимся. Соберем вот здесь. Снаряжение какое-то лежит. И тогда пойдем уже на задание.
А, нам надо крепость Рочестер. О, офигеть, какая огромная территория, крепость Рочестер. Так, давай. Лошадь, дед. Погнали, соберем снаряжение. Может быть, оно нам сейчас как раз пригодится в бою. Так, да, не забываем подписываться на канал, оставлять свои комментарии и ставить лайки, потому что по статистике очень много людей смотрит мои видео, но не подписаны на канал. Так что большая просьба не забывать это делать. А еще можно прожать колокольчик, и тогда ты не пропустишь ни одно видео на моем канале. Нужно накинуть капюшон. Тебе не сложно, а мне приятно. Спалили. Почему я не забрал-то здесь? Я же здесь был, почему-то не забрал. Да, и у меня... О, рукавицы бригантины. Кстати, это от моего сета. Почему бы сейчас бы их не одеть? Как раз мы смотрели тогда. Нам их не хватало. Так, сейчас глянем. Предметы... Рукавицы, рукавицы и бригантины. Броня возрастает, если рядом с вами более двух врагов. Это, кстати, сейчас может быть нам полезно. Сейчас мы это сейчас еще до конца прокачаем, оденем это и вставим сюда руну. А руну мы, кстати, можем ставить на броню плюс 3. Устойчивость в ближнем бою, урон в дальнем, броня плюс 3. Устойчивость от мощных ударов, устойчивость от слабых ударов, устойчивость к горению. А давайте-ка поставим броня. Ну, в принципе, броню можно поднять. Давай броню поднимем тогда. Уже начали поднимать броню. Мы всегда же сможем поменять, правильно, руну? Ну да, мы сможем поменять. Пускай все в броню пока будет. Дополнительное увеличение урон в ближнем бою. Так, но чтобы было дополнительно, я так понимаю, мне нужно весь сет одеть. У меня, кстати, нет сапогов бригантины. Нет, сапогов бригантины у меня нет. Угу. У меня какие одеты сейчас вообще? Штаны магистра. Мне они ничего не дают. Ничего не дают они мне. Хорошо, так и оставим тогда. Ну ладно, будем собирать этот сет. Он, в принципе, неплохой. Мы можем собрать его полностью на броню. Так, у нас здесь еще что-то было. Да. Так, это ткань, кожа и железная руда. Ой-ой-ой-ой, уходим, уходим, уходим. Все, уходим отсюда. Так, получается, в этой области мы все собрали. Все, поехали в Рочестер. Будем выполнять сейчас задание. Я думаю, что будет оно интересное, потому что набег на замок — это всегда интересно. Это всегда битва. Это всегда кровь. Так, в Рочестер нам надо потихонечку сейчас будет пробраться и убрать цепь, чтобы могли зайти наши корабли. Корабли наших союзников. Да, это огромный замок. Это просто огроменный замок.
Так, цепь мне нужно с другой стороны. Убрать, собрать ключ и собрать... собрать еще какой-то предмет. Здесь мы будем уже потом собирать, а остальное уже в период битвы все соберем. А, ну что, я слился, можно же здесь было проскакать. Так, здоровье полное и максимум провизии, это хорошо. Так, здесь у нас один охранник стоит. Сейчас глянем. Скажи мне. Почему нельзя как-то вот отметить? Так, здесь двоих можно убрать, навести шороха. Я хочу посмотреть, что у нас здесь сверху. Так, с этой стороны все спокойно. Значит, в принципе, убираем вот этого охранника, поднимаемся наверх, идем влево, здесь наводим шорох, пока они все тут осматривают, мы под шумок должны убрать этого чувака, забрать у него ключ. Поэтому погнали. Здесь полно стражников. Блять, не получилось, а? Ну не получилось. Блять, засралась эта вся хрень. Думаю, придется скрыться ненадолго. Так, этого минусанули. Ой, он лезет к нам. А, они пошли меня искать. Блин, их там до хрена. Свидание.
Так, еще минус два. Так, ну куда ж ты, блядь, лезешь? Блин, надо было раньше бить. А, легкая цель. Ладно, перебью уже их так, короче, не буду мучиться. Получай. Ну-ка добей его. Хорош. Ну все, вроде бы. Ключ от башни взяли. Ну бей. Отлично! Отлично! В принципе, перебили. Воинов и убрать цепь, чтобы корабли могли плыть дальше. Механизм должен быть внутри. Так, ключ взяли. Так, это где-то все внизу. Не понял, а зачем тогда ключ нужен был от башни, если здесь можно было через верх пробраться? Не очень понятно, если честно. Чем нужен? Я понял. Так, здесь, наверное, слиток никеля. Ну да. Я не ошибся. Здесь был слиток никеля. Так, что я должен здесь сделать? Ага. Так, все, цепочка упала, корабли смогут проплыть. Отлично.
Цепь убрана. Путь для кораблей свободен. Че, не могу в это в окошечко вылезти, нет? Не могу. Так, теперь нужно встретиться с союзниками. Ведь союзник. Так, это нам ход сюда. Поехали, где у нас союзники наши. Твоего приказа. Оружие и доспехи здесь? Да, хозяин воронов. Хорошо, теперь ждем наших друзей. Так, теперь ждем наших друзей. Сейчас все приплывут, соберемся. Здравствуй, старый друг. Когда появилась возможность напасть на Уэссекс, это Гедрик. Ты вспомнил обо мне. Ха, какая честь. Эйвор, как идут приготовления? Мы готовы взять Рочестер? Да, готово. Собирай людей. Пора вытащить мышь из норы. Как всегда, эпичное начало. Ох, хорошо. Все, пошла возня. Так, пробейте ворота. Блять, нужно вот этого убрать. Сука, он нацеливается на меня. Так, давайте назад. Защищаемся. Хорош, назад. Есть. Давай назад еще разочек. Хорош, еще разочек. Отлично. Я думаю, еще разочек или два, и ворота будут пробиты. Осторожно! Там их перебили хорошо, наши лучники работают отлично. Хорош! Так, уничтожить котлы с маслом. На, в ногу. Так, кто там? Где масло?
хрена, блядь, такая, а? Придется подлагать. Блин, зажегся. Так. А, вот они, котовы с маслом. Минус. 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 И... минус. По мне, что ли, стреляешь, или по кому? Так, я не понял, как мне туда наверх попасть? Все, я нашел. Так, давай. Залезай. Вот, нам сюда, на эту палочку нужно. Ага. Все, отлично. Сразу забираем здесь добычу. Хорошо, и кожа, и ткань. Так, там у нас еще котовый с маслом. Блин, нечем стрелять. Блядь, не попал. Минус еще один котел. Блядь, нечем стрелять. Блин, подожди, где стрелы-то все? Дайте стрелы. Нужны стрелы. Мало стрел. Где стрел? Это мало. Блять, да что в тебя, а? Почему ты не простреливаешь-то? Ты что, гонишь? Все, есть. Дайте-ка открыть дверь. Так, еще добыча. Ох, еще ткань. Вот ткани дают сейчас вообще. Ну, прям чувствуется, что это игра-то такая идет уже как бы к окончанию, наверное. Скорее всего. Ну, не прям конец. Так, как бы мне бы добить. Хорошо. Так, пойдем масло уничтожать. Для тебя в раю нет места. Ревните... Че, льете масло? Ты заплатишь. Ой-ой-ой, все загорелось, блин. Гореть всем. Так, вон тех нужно уничтожить, они стреляют огненными стрелами. Пацаны! Я что-то не понял, вы что-то... Мы должны как-то растить этот мост. Я все сделал. Спасибо. Давай-ка, не будем пассима, ёпта, давай-ка помогай, блядь. Хорош. Так, еще стрелы. Бля, вот там, не это, ничего не попутали, блядь. Хорош. Еще стрелы, хорошо. Так, нам надо пустить ворота.
Бля, вот этого толстячка надо помочь, вот он. Толстячка забрали. Он еще живой. Сейчас ворота откроем. Толстячка. Хорошо. Так, все, я побежал. Блин, а мы туда не можем вверх залезть? Можем. Эдмунд прячется в главной башне. Наступаем! Так, ворота опустил, давай. Взламываем. Они не устоят! Там горящее масло! Сейчас, пацаны, помогу. Осторожно! Выливаю масло. Блядь. Давай, ударь его. Сдохни. Давай. Подай. Вот оно как. Будь внимательней. Давай. Хорош. Попробую повторить. Загорелся? Получай. Бля, их тут много. Все, хватит. Их тут очень много. Так, а я могу тут как-нибудь? Внутрь. Все, они здесь, они здесь, они здесь, все мои бойцы здесь. Тогда будем искать другой вход повыше. Не надо ничего искать. Двигай. Так, добычу собрали.
Найдите Тедмунда и захватите его в плен. Ё-моё. На, ёпта, в две руки просто отхерачили. Еще живой. Так, где он? Их тут очень много. Ты будешь гореть, пожалуй! Еще один Сакс нашел свою смерть. Славный удар его. Так. Хорошо. Где он? Наверху. Я не позволю тебе взять этот замок. Тебе конец. Убьешь меня, завлечешь гнев всего Уэссекса. Рочестер не попадет в руки твоим грязным псам. Как тебе такое? Так, ну-ка, если отравление попробовать. Ну-ка. Хорошо травишься. Гори теперь еще. По-моему, ты сейчас умрешь. Да. Хорош, Рочестер наш. Мы захватили Олдермена. Победа! Вот это была эпичная битва. Ты посмел взять этот замок там? Воины Альфреда скоро покарают тебя. Мы здесь не ради мертвого камня, Тент Эдмунд. Будьте прокляты! Ты и твои башки! Я не позволю тебе управлять мной! Скорее умру! И сколько твой король заплатит нам, чтобы сохранить тебе жизнь? С юга приближается войско. Настоятель монастыря Святого Адриана. С ним целый фирт. А, аббат Кинеберт! Хвала Господу! Если тебе нужно лишь серебро, у церкви его в достатке. Если мы договоримся, ты будешь свободен. Пары сундуков хватит за жизнь крысы. Не будешь молчать? Придется перерезать тебе горло. Ай! Так, полегче. Топоре. Вот теперь с топоре. Я так понимаю, мне нужно... Стоп, нет, давай так посмотрим. Ну тут не собрано еще. Вот здесь. И вот здесь. Так, как бы это понять, где это? Это где-то в этой башне. Ага. Это легко. Блин, придется подождать меня немножечко. Мне придется подняться еще раз наверх.
Так, ткань, железная руда и кожа. Отлично, пойдет. Ой! Да ладно. Полегче, язычник! Не так грубо, дикарь! Да сейчас я приду. Погоди, соберу сейчас. Тут вон последнее осталось. Ты можешь пока выезжать, Басим. Ты умрешь за все унижения, которым... Продолжим. Ты умрешь за все унижения, которым подверг меня, да? Так, получается, в этом доме что-то не забрали, да? Теперь нужно найти туда вход. А, я не посмотрел с той стороны. Да. Да что ты делаешь, а? Блять, какая же ты нахрен, а? Блин, тут еще темно, как у недра в заднице, вообще ничего не видно. Все, Басим. Иду. Иду. Ничего личного, Тен. Для меня ты значишь не больше, чем сундук серебра. И ради этого ты взял приступом мой замок и убил моих людей? У тебя нет чести. Довольно. Да! И вы, язычники, отпустите его. Начинается театр. Всем конец. И что же ты предложишь нам взамен? Вашу жизнь. Мы слишком многих потеряли. Этого мало, раб Христа. 20 сундуков серебра. Дай им все, что просят, Киноберт. Это опустошит казну слуг божьих. Я не могу заплатить столько без ручательства. Эдмунд? Хочешь выторговать что-то за мою жизнь? Ты так быстро прибыл, аббат. Эти черви только что взяли мой замок. То была воля Господа, Эдмунд. Он послал мне страшное видение. Язычники хотели убить тебя. Это совпадение меня настораживает, аббат. Ты... Господи Боже, что с тобой? Мне нечем дышать. Он мертв, без сомнения, от яда. Нет, нет, нет. Поднимите его. Он не может умереть. Не должен. От яда? Кто же мог успеть его отравить? Многие короли и пугливые люди носят с собой яд, чтобы не попасть в плен и не платить выкуп. Какой ужас! Альфред выберет другого и... Господи, Альфред! Что же я скажу королю? Мы выполнили обещание, Киноберт. Тебе может не нравиться исход, но ты нам обязан. Я найду вашу леди Паладина. Я... Дайте мне день. Будьте в аббатстве завтра, и я... О, боже. Боже! Мне до смерти надоели эти проволочки. К Йотунам, Киноберта, найдем Фулки сами. Тише, Эйвор. Освободи Гедрика от клятвы. Встретимся в аббатстве Киноберта.
Да уж, вообще действительно, все это уже надоедает. Ладно, давайте здесь остановимся, продолжим уже в следующей серии. Всем спасибо за внимание, ставьте лайки, подписывайтесь на канал, оставляйте свои комментарии. Всем пока.